Наше время часто называют эпохой постмодернизма. Все чаще и чаще можно услышать этот термин. Но что такое эпоха постмодернизма, понять сложно. На самом деле это такой очень скользкий термин. Это такое, знаете, как вы плывете, и кто-то такой скользкий мимо вас проплывает, и его нельзя поймать, нельзя ухватить. Вот этот термин тоже нельзя поймать, нельзя ухватить. Наши люди часто похожи на подростков, которые говорят, не надо меня категоризировать, не надо вот как-то меня определять. Есть определенные характерные черточки в нашем современном мире и в постсовременном мире, которые действительно важно усвоить. Наше поколение, мое поколение, те, которым за 60, мы еще живем в мире модернизма. А вот те, кому 40 и меньше, они уже живут все больше в мире постмодернизма. В связи с этим появляются сложности, в том числе и у церкви. Мы с вами говорили о важности новых мехов, но сегодня мы поговорим и о старых мехах, о мехах из современного или модернистского мира, а потом о новых мехах, постмодернистских церквях, о том, как можно развиваться и процветать и в мире модернистском, и в мире постмодернистском, если мы действительно идем за Христом. Ленард Суит написал книгу, которая называется «Постмодернистские паломники». В этой книге он описывает характерные черты постмодернизма, постмодернистской культуры. Пожалуй, лучше него эти черты, эти особенности никто не описал. Он говорит о том, что есть четыре особенности культуры постмодернизма. Опыт, участие, символ и сообщество. Я хотел бы оттолкнуться от этого и поговорить о том, на что похож мир модернизма, предыдущее поколение. Значит, в предыдущем поколении определяющими чертами были разум, наблюдение, абсолюты и ответственность. Вот об этом мы поговорим несколько подробнее. Мы поговорим о том, чем отличается церковь в постмодернистской культуре от церкви в модернистской культуре. Начнем все-таки с модернистской культуры, церковь, посвятившая себя разуму. Это церковь моего поколения, это церковь поколения моих отцов, моих дедов. Во многом эта церковь основывалась на разумном подходе к христианству. Важное место придавалось апологетике. Важным считалось правильное учение, традиционные гимны. Да, это гимны, в которых излагались разумные богословские идеи. Все это характеризовало церкви в модернистском мире в Соединенных Штатах Америки. В модернистском мире люди пытались освоить некий предмет. Появлялись эксперты, появлялись магистры, люди получали магистерские, докторские степени. Нужно было копать глубже, нужно было доходить до самой сути. Вот таким был модернистский мир. Главным был все-таки разум. Постмодернистский мир устроен по-другому. Вот это следующее поколение, с моей точки зрения, оно не против разума, конечно, нет. Но они отказались от идеи метанарратива. Это технический термин. Метанарратив — это большая история, большой рассказ, расширенное такое повествование. Например, мы изучаем христианство, мы изучаем капитализм, мы изучаем культурную революцию. Это некий большой, широкий взгляд на все, попытка осмыслить всего. Постмодернисты говорят, нет, мы не хотим таких всех
всеобъемлющих больших идей. Вместо всеобъемлющих больших идей мы хотим ощущать жизнь, может быть, понемножку, но каждый день. Им не нужно уже собирать ученые степени. Современный мир, постмодернистский мир, хочет побольше ощутить. Человек постмодернизма хочет путешествовать. Они уже не хвастаются своими книгами, которые они прочитали, или научными степенями, или чем-то таким. Они говорят, вот, например, о чем. Ты в Париже бывал? Или ты в Америку ездил? Ты в Чикаго был? Ты в Москве был? Ты в Испании отдыхал? То есть людям нравится создавать и собирать некий опыт, обмениваться личным опытом. Вот это совершенно постмодерн, постмодернистская идея. И современная постмодернистская церковь также сосредотачивается на опыте. Люди приходят в церковь и хотят не просто слышать и петь традиционные гимны. Нет, они хотят как-то по-особому, по-новому эмоционально ощутить Бога, эмоционально прославить Бога. Это совершенно постмодернистская тенденция. Они не хотят, чтобы просто какой-то магистр или доктор богословия излагал им разумные аргументы. Они хотят видеть человека, который может погрузить их в Священное Писание, который может оживить в их сознании истории Ветхого Завета, истории Иисуса Христа, который может помочь им ощутить Христа, ощутить Бога. Вот это и есть постмодернистская церковь. Церковь, которая сегодня процветает, которая сегодня разрастается. И в центре здесь оказывается уже не разум, а опыт. Очень популярна книга, которая называется «Ощутить Бога». Эта книга переведена на многие языки, потому что она охватывает, вот как раз захватывает вот эту тенденцию, формулирует эту тенденцию. Итак, в модернистском мире на первое место ставились разум и наблюдение. В модернистском мире люди с удовольствием ходили в библиотеку, ходили в музеи, читали книги, исследовали и изучали культуру, разные культуры. Они впитывали, они присматривались, они занимались историей. И вот в результате в современном модернистском мире, или, там, скажем, в модернистском мире предыдущего поколения, люди стали ходить в церковь, в которой они видели и наблюдали, как кто-то их учит, как кто-то им проповедует. Они становились при этом наблюдателями того, что происходит на богослужении. Вот классический пример — это церковь Willow Creek в Соединенных Штатах Америки. Церковь Willow Creek основали выпускники старших школ. Это были люди из молодежной группы. Они начали новую церковь, но при этом подход у них был все-таки скорее модернистским. Ну, например, они пели на каждом богослужении всего одну песню, потому что они хотели, чтобы приходили пожилые люди или более взрослые люди. Они понимали, что взрослые люди не знают новых песен и не хотят учить новые песни, они хотят просто прийти и наблюдать, чтобы их никто не трогал. Сейчас церковь Willow Creek становится все больше ориентирована на вовлечение, на участие людей. Сейчас люди сами участвуют в богослужении. Проявляется это, в частности, вот в чем. Ведь следующее поколение хочет не просто быть в церкви, а участвовать в том, что там происходит, участвовать в Божьем деле, в сообществе, в районе. И вот поэтому церковь Willow Creek построила огромный центр, общественный центр, социальный центр, центр социальных услуг, с помощью которого люди могут делать что-то полезное в своем районе, в своем городе. Потому что современное поколение не хочет просто сидеть и наблюдать. Современное поколение хочет участвовать. Современное поколение стремится участвовать в той же миссии, которую совершает Бог. И церковь постепенно переходит на эти постмодернистские рельсы. В модернизме мы говорили об абсолютах.
Мы говорили о научных теориях и об абсолютной уверенности, об абсолютных выводах. И вот это было очень важно. Важны были такие понятия, как достоверность, экспертная оценка, моральные, нравственные абсолюты, что правильное, что неправильное, что хорошо, что плохо. Наши родители жили во Вселенной, которая определялась словами, что такое хорошо и что такое плохо. И вот эти абсолютные нравственные ценности были четко сформулированы и определены. Сегодня, в новом поколении, в постмодернистском поколении, этого стало гораздо меньше. Это поколение уже не ищет абсолютных ценностей. Это поколение ищет образ, ищет символ, ищет имидж. Но образ, картинка постоянно меняется. Например, кино. Кино — это, в принципе, совокупность меняющихся картинок. И моральных абсолютов, моральных критериев там уже нет. Подумайте, например, о социальных сетях. Facebook — это картинки, это фотографии. Люди хотят увидеть эту фотографию, люди хотят прочитать, но что-нибудь коротенькое, в Твиттере, например. То есть постоянно нас бомбардируют образы, картинки. И в Соединенных Штатах, когда вы приходите в церковь, постмодернистскую церковь, вам показывают короткий видеоклип, потому что это поколение выросло на видеоклипах, это поколение выросло на играх, компьютерных играх, и им уже не настолько интересно рассуждать, им не настолько интересно анализировать текст Священного Писания. Им интересны картинки, им интересны истории. И поэтому церкви становятся все более и более изобретательными в том, как достучаться до представителей современной постмодернистской культуры. Поэтому они готовят видеоклипы, коротенькие видеоклипы, 1-2 минуты, беседы на улице, уличные опросы, допустим, какие-то короткие презентации, в центре которых все-таки, конечно, Священное Писание. Если бы я был постмодернистом, у меня здесь на лекции был бы экран, у меня были бы коротенькие видеоклипы, у нас бы играла музыка. Но я думаю, что вы понимаете, что я не постмодернист, я скорее модернист, вот, по крайней мере, в этом определении, в этих категориях, которые мы тут задаем. В модернистском поколении люди понимали, насколько важна ответственность. Мой отец был чрезвычайно ответственным человеком. Он научил меня, он привил мне ценность ответственного отношения к жизни. Он активно работал, упорно работал. Я тоже упорно работал, упорно трудился в школе, в колледже. Мой отец редко ездил в отпуск. Мой отец редко устраивал себе что-то особенное, какой-то особенный отдых. Он постоянно говорил, что есть то, что ты должен сделать. Вот он должен был одно, другое, третье и так далее. Теперь смотрите, люди из поколения моего отца действительно были ответственными. Люди моего поколения часто говорят об ответственности, но проявляют безответственность, в частности, в семье. Поэтому и разводов становится все больше и больше. То есть ответственность в доме, в семье становится лишь темой разговора. А на нас смотрят теперь наши дети, постмодернисты, и говорят, ну какая ответственность? Тут эти христиане только говорят, но ничего не делают. И теперь поколение постмодернистов хочет не просто найти личную ответственность. Нет, оно хочет участвовать в неком общем деле. Найти свою, скажем так, общину, свою группу, свою группировку. В больших городах Соединенных Штатов Америки есть такие объединения, городские объединения, людей, которым по 20, может быть, 30 с небольшим лет. Это объединения небольшие, 10-20 человек, это группы друзей. Они ходят в один и тот же ресторан, они ходят в гости друг к другу. Если кто-то переезжает, они помогают друг другу, потому что родители им не помогают. Кстати, семью создавать они не хотят, боятся. Поэтому они образуют такую общину, сообщество. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. А что же делать церкви?
церкви, которая хочет действительно прислушаться к постмодернистскому миру. Что подчеркивать в такой церкви? Задумайтесь вот о чем. В церкви, которая пытается достучаться до постмодернистов, должен присутствовать вот этот опыт переживания Бога, поклонение, которое касается сердец, проповедь, в которой рассказывается история. Важно, чтобы, уходя из церкви после богослужения, человек понимал, что да, вот было переживание Бога, вот была встреча с Богом, а не просто очередное собрание. Эффективные церкви понимают вот этот принцип участия, принцип соприкосновения, что эти люди не хотят просто прийти в церковь, не хотят просто посидеть на богослужении, они хотят участвовать в миссионерской деятельности, они хотят участвовать в общественной, социальной деятельности, они хотят участвовать в настоящей жизни, в Божьей миссии в нашем городе. И важно, чтобы мы поняли значение видеоряда, картинки, видеоклипы, не просто тексты песен. И общинность — это также очень важно. Я хочу вспомнить в заключение церковь, которая называется North Coast. Вы можете найти эту церковь по Google или зайти на ее сайт northcoast.com. Эта церковь участвует в нашей ассоциации, я хорошо ее знаю. Пастор зовут Ларри Осборн. Он там уже служит более 20 лет. Когда он пришел в эту церковь, там было где-то 100-150 человек. Долгое время церковь не росла. Ничего не происходило, ничего не менялось. Но по Божьей благодати Бог как-то показал ему, что надо создавать группы, малые группы, основанные на текстах проповеди. Что имеется в виду? Люди приходили на богослужение, было замечательное поклонение, хорошая группа, преподавалось Священное Писание, преподавалось хорошо. А потом, на неделе, люди собирались снова в церкви, собирались в малых группах, и кто-то вел малую группу, но беседовали они не о проповеди пастора, они ни в коем случае не обсуждали проповедь пастора, но они обсуждали библейский фрагмент, о котором говорил пастор. На протяжении многих лет вот этот подход к малым группам, основанным на текстах проповеди, совершенствовался, дорабатывался. И в конце концов эта церковь стала действительно постмодернисткой. Да, они приходили на служение в воскресенье, но малые группы брали на себя также общественные дела, занимались социальными проектами, помогали другим, помогали окружающим, и каждому участнику группы давали такой раздаточный материал, на котором были изложены вопросы, которые стоит продумать. И таким образом в малой группе формировалось сообщество, такое, которое в воскресенье утром не сформируешь. За 25 лет церковь выросла, сейчас там около 9 тысяч человек, и из них 80% посещают малые группы. Именно поэтому, кстати говоря, церковь и растет, потому что они ушли от модернистского подхода, они попытались приобщиться к подходу постмодернистскому в том, как они ведут богослужение, в том, как они провозглашают Евангелие. И в заключение скажу вот о чем. Самое главное, Иисус бывает и модернистом, и постмодернистом. Независимо от того, в каком культурном мире мы живем, Христос жив, и Христос касается людей там, где они находятся. Нет ничего более разумного, чем логос. Нет ничего более открытого для наблюдения, чем Божьи дела в этом мире, в этой природе. Все то, что Бог совершил через историю. Нет ничего более великого, чем моральные абсолюты Евангелия. Истина, которая во Христе. Нет никого более ответственного, чем сам Христос. Но при этом,
Если хотите настоящее переживание, настоящий опыт, тогда приходите ко Христу, приходите, исполняйтесь Святым Духом. Тогда придите к тому, кто сказал: «Сей я с вами до скончания века». Потому что, когда мы ощущаем воскресшего Христа, мы участвуем в том, что делает Бог в нашем современном мире. Он учит нас служению, Он дает нам подлинный динамизм. Он есть подлинный образ Божий, образ великого Бога. Он, Бог Сын, открыл нам Бога Отца. «Видевший меня, видел и Отца», — говорит Христос. Он — знак Божий, образ Божий. Мы видим Бога в лице Христа. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Бог Сын и есть тот символ, тот образ Бога Отца. И в каждом сообществе появляется церковь, которая восполняет нужды именно этого сообщества. Идя за Христом, мы идем за тем, кто назван львом из колена Иуды. Но при этом Он является нам лично, как когда-то явился апостолом, ученикам своим по воскресенье. Да, мы не видим Его пока лицом к лицу, но ощутить мы Его можем уже сейчас, каждый день, когда мы ходим с Ним в силе Святого Духа.